В округе проверили готовность автобусов к зиме. Рейд прошел совместно с сотрудниками ГИБДД и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Тему продолжит Богдан Колесников. Каждое утро из парка Люберецкого межрайонного автотранспортного предприятия номер один в рейс отправляются более 300 автобусов малого, среднего и большого классов. Перед выходом на линию специалисты проверяют техническое состояние транспортного средства и наличие документов у водителей. Доброе утро! Такую проверку автотранспортная компания проводит ежедневно. Приближается зима, и требования к содержанию автобусов становятся больше. Во время рейда, который провела госавтоинспекция совместно с управлением регионального административно-транспортного контроля, акцент сделали на многие составляющие. Сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние подвижного состава. Это работающий тахограф, работающая система освещения, система ГЛОНАСС. А сотрудниками УРТК мы проверяем систему отопления, то есть печки, работающие в салоне, уплотнители дверей и все необходимое для того, чтобы пассажиры комфортно передвигались в автобусе. Водители, нарушившие требования, понесут наказание в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. В ходе проверки инспекторы выявили несколько автобусов с техническими неисправностями. На водителей наложен штраф. В течение 20 дней можете оплатить ровно половину, 250 рублей. 10 дней у вас есть на обжалование. 60 дней на оплату, 10 дней на обжалование. Вам это понятно? Понятно. К автобусу Юрия Сергеева претензий нет. За 7,5 лет работы в округе водитель ездил по разным маршрутам. Сегодня отправляется в рейс, который следует от станции МЦД Люберцы до Вертолетной улицы. Настроение отличное, все хорошо. Уезжаем на линию, все работает. Валидаторы работают, камеры работают. Все работает, навигация работает. Готовы к работе. Рейды, направленные на проверку технического состояния автобусов, в Люберцах проводят регулярно. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.